В рамках цикла передач «Откровения» предоставляем вашему вниманию краткие варианты проповедей библейских учений пастора Артура Симоняна. Сегодня люди этого мира отрицают существование Бога, но Бог существует и царствует. Дело в том, что люди не хотят отказываться от своих грехов и преступлений. Они хотят жить без всякой морали, мало того, и других вводить в заблуждение. Святость их не устраивает. Возлюбленные, покаяние невозможно без изменения мышления. Без покаяния невозможно освободиться от греха. Как только ты замечаешь за собой грех, тебе обязательно нужно изменить свое мышление, отказаться от этого греха, затем принять решение: «Я не буду больше грешить». Полностью отказаться от этого греха и после этого вернуться к Богу. Для просмотра полного варианта этой передачи посетите сайт www.7raz70.tv.